Вот уже 2 года отдел организации дознания МВД Карачаево-Черкесии по своему профессионализму занимает 2-е место среди субъектов России. Сегодня этой службе исполнилось 24 года. Свой очередной профессиональный праздник, как всегда, дознаватели республики отмечают на рабочих местах. Мадина Каракетова вникала в сложности профессии дознавателя. В отделе организации дознания МВД по Карачаево-Черкесии обычный рабочий день, и только парадная форма на сотрудниках напоминает о профессиональном празднике. Проанализированы итоги ушедшей недели, поставлены задачи на новую. Дознаватели расходятся по кабинетам, впереди много работы. Руководитель отдела, полковник полиции, заслуженный юрист России Карачаево-Черкесии и заслуженный сотрудник УВД Республики Фатима Лайпанова гордится своим коллективом. Вот уже 2-й год подряд они показывают отличные результаты в работе, удерживая 2-ю позицию среди таких же служб в российских регионах. Дознаватель, в первую очередь, хороший психолог, считает руководитель отдела Фатима Лайпанова. От того, насколько он сможет проникнуться причинами совершенного преступления, конечно, будет зависеть и ход расследования уголовного дела, и, будем говорить, вот дальнейшее раскрытие этого дела. Очень часто люди путают дознавателей и следователей. В принципе, и те, и другие выполняют одну и ту же работу, расследуют уголовные дела, отличие лишь в форме предварительного расследования. Различаются по составам преступлений. На сегодняшний день дознаватели расследуют более 100 составов преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, незаконный оборот оружия, хулиганство. Мы уже начинаем работать по тем составам, которые ранее расследовались следственными подразделениями. При раскрытии и расследовании преступлений дознаватель выступает координатором работы сотрудников других служб, рассказывает о своей работе старший дознаватель с 14-летним стажем в службе Виктория Прокопенко. Мы отслеживаем законность, сбор материала, полноту, осмотр места происшествия, его полнота, изъятие каких-либо вещественных доказательств. Трудная, ответственная и гуманная называет свою работу коллега Виктории дознаватель Марат Кипкеев, курирующий районные подразделения дознания. Считает, что роль этой службы в расследовании преступлений трудно переоценить. Есть свои сложности в данной работе. Ко всему человек привыкает. И эта работа уже стала как бы бытностью. Это 2-й дом. Коллектив наш очень сплоченный, очень работолюбивый. Что могу сказать? Ну, как семья. Честно, это, наверное, немаловажно. Всего в отделе дознания служат 59 сотрудников, девушек 8, и они также добросовестно несут нелегкий груз традиционно мужской профессии. Я считаю, у меня коллектив сформировавшийся, есть профессиональное ядро, и это место, которое мы занимаем сегодня в России, оно, я считаю, достигнуто за счет того, что нам удалось сформировать профессиональное ядро не только в аппарате дознания МВД, но и в целом по территориальным органам нашей республики. Каждый сотрудник отдела понимает цели и задачи, поставленные перед ним и службой в целом, считает начальник отдела Фатима Лайпанова. Поэтому эта служба на сегодняшний день одна из самых эффективных в системе МВД. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.